Городки волейбол, тренировки местной футбольной команды, сдача норм ГТО, массовые мероприятия и даже подготовка к Олимпиаде 80, потом годы запустения. Звенигородскому стадиону «Спартак» больше века, и кажется, скоро в его истории начнется новая глава. В разгаре реконструкция. Работы начались летом прошлого года. Сейчас начнем выемку грунта под само футбольное поле и начнем подготовительные работы. Выемку грунта? Вы будете грунт вынимать? Да, да. Там дренаж, да, какой-то? У нас обязательно под футбольным полем дренаж, конечно, нужно, чтобы это все в пироге уходило, чтобы вода не стояла. Над новым обликом старого стадиона проектировщики и жители работали вместе. Хотели натуральное покрытие, но выбор сделали в пользу искусственного. Так практичнее и экономнее. Впрочем, раздолье здесь будет не только для футболистов. Будет целый спортивный кластер, не только футбольный, но и хоккей, и, что немаловажно, баскетбол. Несколько площадок, и теннис, и трибуны, и, в общем-то, место, в котором располагается стадион в центре города. Это будет однозначно местом притяжения. На обновленном «Спартаке» найдется место даже любителям водных видов спорта. И это тоже пожелание местных жителей. Будет спуск. Байдарочники попросили сделать небольшую площадку, причал. Рабочие в график укладываются. Торжественное открытие стадиона планируют совместить с Днем города. В сентябре Звенигороду исполнится 870 лет. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».